В республике стартовал молодежный медиапроект «Пишу и рассказываю о Чувашии». Сразу в двух министерствах – информационной политики и образования – ждут творческие работы, посвященные столетию чувашской автономии. Возраст участников от 14 до 30 лет. В номинациях постарались учесть все жанры. «Стоп, снято» — это для тех, кто занимается видео или даже готовит информационные сюжеты. «У микрофона» означает умение работать с аудиоматериалами, создавать радиорепортажи. «Пишу о родине своей» — это уже газетный жанр с количеством символов более 2000. А еще есть номинация «По секрету всему интернету». Здесь принимаются медиапроекты о Чувашии, размещенные в тематических блогах и социальных сетях. Летопись Чувашского края, становление республики, традиции и культура, достопримечательности и, конечно, человеческие судьбы – это главные темы конкурса, ведь любую историю делают люди. Конкурсные материалы принимаются до 1 июня. Победители получат дипломы и памятные призы. Александр Соловьев, Республика.